Мария Потемкина возглавила управление чуть меньше месяца назад. Сейчас один из важнейших вопросов – контроль за качеством санаторно-курортных услуг. Только детей в Краснодарском крае в этом году отдохнуло около 730 тысяч. За время летней оздоровительной кампании удалось избежать серьезных инцидентов. Вениамин Кондратьев также обратил внимание руководителя Роспотребнадзора Кубани на то, что необходимо усилить борьбу с некачественной продукцией. Много сегодня задач стоит перед Роспотребнадзором, безусловно, и в нашем крае, потому что мы край, который по численности третий регион в стране. Конечно, рынок сбыта не только для качественной продукции, нашей продукции, но и для тех, кто хочет привезти туда некачественную продукцию в том числе. И мы так все стараемся работать на репутацию и в целом Краснодарского края, и, конечно, нашего Черноморского побережья, курортного побережья. Потому что мы же не только жительница, мы же и здравница. Поэтому здесь огромная просьба быть максимально принципиальной, в том числе и с производителями, и в целом защищать сегодня потребителя в рамках своей компетенции от некачественного, недобросовестного товара. Вы человек очень профессиональный, еще раз подчеркиваю, опытный, принципиальный. Я думаю, что сегодня Роспотребнадзор, наш краевой, приобрел такой руководитель, который сможет на самом деле уплю на части и навести порядок сегодня у нас и с контрафактом, и фальсификатом. Мы будем в дальнейшем бороться за качество рынка, бороться с фальсифицированной, недоброкачественной контрафактной продукцией, как это пищевая, так и не пищевая продукция. Будем обеспечивать в дальнейшем, стараться обеспечивать уровень оздоровления, не только как у нас для гостей, но и для детей, которые приезжают из многочисленных субъектов края. С каждым годом у нас увеличивается количество детей, отдыхающих в крае. Кроме этого, при участии Роспотребнадзора подготовлены изменения в краевой закон о детском отдыхе. Согласно им, время нахождения ребят в здравницах по путевкам, предоставленным за счет регионального бюджета, увеличится с 18 до 21 дня.